hết. Как вы? Они что, долетают, что ли? Какой сзади тут вообще не. Это тоже не долетит. Впервые. А, я вижу, он прям за тобой. Я еще пиздец как уск... он остановился, да-да-да, все. Он на дороге. Если что, бери пушку. А попытался меня... Говно ебаное. Он у тебя? А второй приехал на тачке, только подъехал. Тоже побежал к тебе. Бля, бля. Давай, давай в другой кемп. Братан. А у меня нету ничего еще. Дробаша никакого нету тут случая. Я, короче, успел чип забрать. А ты чё, кого-то забрал? Не понял. Одного ты забрал, да, короче? Я молодец, надо второго найти тогда. Я слышу его. Он тут рядом со мной, братан, помогает. Патронов. Голографа нету. Притих, сука. Где-то тут, блядь. Че, патрон до сих пор не нашел? Какие тебе надо патроны? Он где-то вот в этих зеленых домах бегал, по-моему. Сука, по-моему, шаг слышал он.
По-моему, в соседнем доме, бро. Это ты дым кидаешь? Да ёб твою мать, я думал он. На точке, но это не точно. У меня. Забрал. А мне еще и оружие принес мое. И третий этот броник целый. А мне снайпу надо найти. Сейчас заберу. Идем. Глушак на снайпу, заебись. Пошли к тачке. Пока по дороге. Дальше ты ехал? А, сейчас, подожди, я забыл. Да-да-да, дальше.
направо на точке. И потом прямо. Направо. Вот так тормозить не надо, блядь. Мы стоим на месте некоторое время, ёбнут. Если бы они раньше выглянули, пизда бы нам была. Да, да. Примерно в центр поедем. Даже чисто в центр. Умные ребята там уже сидят, наверное. Двери открыты. Только если напротив в доме, не знаю. Здесь пока чисто. О, карту нашел, ебаный рот. Бункера нету поблизости, случайно. Есть, да. Давай, поехали. Заводи, заводи, ты чё? Чё я, чё? Давай налево, налево, по прямой. Блять, нас тут разъебут в горах на тачке. Похуй, уже поехали. Да прям на этой точке. Как будем? Выезжаем, уезжай. На желтую уезжай. Даже вернулись, что ли? Не, я просто спрашиваю, мы туда же вернулись, получается. Тройка. Где шестерка? Ключ таскать, тогда я выкинул, короче. Подождем чуть-чуть. О, блять, едут, сука, походу сюда хотят. Точно сюда. Их с тачки было, блин. Блять, он меня увидел. Где второго убил?
блять, в окне. Хорош. Да ебаный. Ты че на голове у меня сидишь, сука? Я застрял. Я даже выпрыгнул. Я башмак прямо в моей голове, блядь, охуел, что ли? Че-то кинули, что ли, мне кто-то? Шар тут? Ну он нахуй не нужен. Залутаны прям все третье, блять, у них, ну, эти рюкзаки. Ремонтирую. У меня вообще нету буства, блять, ёбаный в рот. И у кого-то. У его. Короче, в поле. Да, хуёво немножко, но ладно. Ждем до последнего. Сейчас могут пойти в том числе мимо нас, кстати. Надо быть аккуратным. Там чувачок один усердно всех хуярин, блин, прям. Он меня напрягает. Сейчас они все с гор поспускаются, блин.
Давай фаза хуярих там всех, блядь. Пора, походу. Граф подходит. Да. Если что, вот в этой траве не видно. Если что, упадем. Опять. Это редкость. Но слева я никого не вижу. Хотя просматривается уже до горизонта все. Кантон. Он нас спалил. Вот именно, блядь. Он сзади, что ли, был, ебанашка, блядь. Тоже? Как он так шел, блядь? Двигайся. Про, походу, в домах. У тебя нету этих энергетиков? Я вижу. Тоже какой-то дефицит. О. 4. Я очень сильно. Блять. Надо бежать. Я походу не успею. Убегай, убегай, убегай. Блять. Че такой долбоеб-то? Вечно про эту зону забываю. Йо-хо! Ай, молодец, нихуя ты два подряд. Красавчик. Меня подними, блядь. Где ты, блядь? Я пиздец как далеко. А у меня уже не это, дыхание не идет. Прикольно ты даешь.